никому не нужный блог. Ребятки и ребятушки, с вами никому не нужный блог от весьма заросшего меня. Мы находимся в чистом поле, едем на Роубери Фест. Я знал, что контент польется рекой, но он полился рекой говна пока что. Вот они, какашки. Кстати, нашел европейское зеркало оригинальное. Вот поставил. У меня есть стойкое ощущение, что машину придется помыть сегодня. Так или иначе. Камера, я тебя почти забыл. Кажется, что это поле. Что-то не так с вот этим парнем. Навигатором. Там, за говном, есть гравийная дорога. Надо попробовать на нее приехать. Ну что ж, ребята, я не смог. Честно скажу, я пытался, 3 часа потратил на то, чтобы подъехать к ферме. Так и не понял, как это сделать, хотя организаторы помогали как могли. Я уверен, что фест и место просто роскошное, но у меня не получилось туда добраться, извините, пожалуйста. Сейчас уже темнеет и, в принципе, делать там больше нечего. В 7 часов уже закончится время для моей съемки, поэтому поеду обратно. Ну, что такого, блин, на фесте не побывал, так хоть машину помою наконец-то. Давно пора было, кстати, вот испачкал, и повод появился. Это просто бред, но в тот момент это казалось важным. Хотя, наверное, все дело просто было в картошке. Очень она была уж вкусной. Подъезжаю потихоньку. Будем искать нашу любимую автомойку у Севкабеля. Это я. Мы здесь. Сейчас все по-моему будет хорошо. Как видите, тачку мы помыли. Получилось неплохо. Костюм горка, вот что. Костюм горка — это то, что тебе нужно, если ты едешь туда, где холодно.